Вениамин Кондратьев выступил сегодня с такой инициативой в Москве на заседании палаты по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Губернатор заметил, для кубанских производителей это очень необходимая мера. Существует много случаев, когда за местные выдаются товары, выпущенные за пределами Краснодарского края. Чтобы избегать этого, придется внести дополнение в статью Гражданского кодекса о наименовании места происхождения товара. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметил.